Прозе Якорем выдрегнув на дроноводов включили АБМВД. А Прозе Якорем включили АБМВД, выдрегнув на дроноводов. Включили АБМВД, топим за якорем, выдали дронов на дроновод. Еще раз повторюсь, кому требуется ремонт брони, то нажимаем, требуется арму. Снайперы остановились на якоре, не забыл выдать дронов на дроновод. Мары, большая просьба, у кого Battleship 5, купите себе, как колдарь БШ 5, купите себе, пожалуйста, борзое, да. Как поставить? Кого купить? Вот это. Нет, именно это. Либо это, либо МВД. Именно в 5. И навигейшн еще в 5 должно быть. Мерик, качай БШ 5, колдарь, и купите нормальный АБ. Не будешь просить капу. Чек, чек, сабля, вернись на орбит. Там не орбит, но там стоит вроде бы. Он не уехал. Да, 55 километров, 57 километров от якоря. Да-да, возвращаюсь. А, сабля. Я что-то про другого подумал. Снайпера стянулись на труля, виндики стянулись на своего якоря. Дроноводы работаем по мелочи. Ворд, погоди, Малер, всего лишь 5 дронов.
Угу. Мерник, качай ты два пушки, потом сразу говоришь, что чё, сама не могу. Кого нету дредов 5, Дреда? Гол дроп не могут найти. Дейнерис 100? Че? Армора 100? Да, все окей. А ворту требуется ремонт брони. Если у кого-то есть армор дрона, то не надо. И ловим ромиков сетками. Еще не в курсе, в гиде объявлено в неделе сработал, сработала карта. Сегодня все желающие сработал. Летаем будно. Как-то совсем неразборчиво ты все это сказал. Чтоб никто не слышал. Покричи. Неделя сороковок. Окей. Так, понятно? Да, да. Почему неделя? Ну, мне неохота каждый день писать, что вот сегодня будет сороковка и все такое, поэтому сразу написал на неделю. Не, почему не больше? Почему не полгода? Потому что у вас нет Т2 пушек, нет нормальных АБ и нормальных фитов. Так, можно. Давай, двигай спиннитер. Фулл ДПС от Туни. Фулл ДПС от Туни. Снайпера по своим, ДПС по своим целям. Пилоту Мачала хочу обратить ваше внимание на поведение Лагопера и Диаса. Учитесь опять. Именно пилоты Мачала. Нагмар, в принципе, могут так стоять. Еще раз, что надо учить? Как летает Лагопед с Папада Диаса? Вортворк фолога. Логисты, не спим, качаем ворта. Отхватили. А, ворт, покажи свой фит. Проверим вульки. Да все включено. Почему ты так сильно просыгаешь? Можно бродкастим? Но, скорее всего. Броня 100%, все нормально. Набираю, добиваем лайв.
Это здесь третья волна такая, надо лететь мочалком, да? Да. Просто они в 108, а вас... Вы стреляете фолофом, краем фолофа, а вот подлетая туда поближе, вы уже, получается, более-менее стреляете. 4 тысячи, труля, Васек, нужен? Да нет пока. Сори, я не в тот чат скинул свой фильм. Блин, ни одной пиццы тайп хватало на TCRC, не проседал. Не, почему-то линзы перезаряжаю и комп начинает глючить. Ну как, задержка 2-3 секунды. Не переживай, это не у тебя одного. У меня тоже на патрон, на винтике. Да и на респе нет. Флот собрали дронов, разгон по бродкасту. Собрали дронов, разгон по бродкасту. Схватку мы варпаем свои слады. Все желающие отвалиться, большое спасибо, удачи, увидимся в окопе. Все желающие я покурить, уходим в курилку, не висим в основном составе, чтоб я видел, что вы в курилке. А логисты в гриде вилки глаз? А логисты готовы? Репаем, готовь свои капли. Кронорти есть? Здесь есть место в основе? Да, есть теперь. Флот разгон. Сейчас начнем. Флот, заходим. Флот, заходим. Кто знает, куда лететь, значит летим. Кто не знает, значит за якорем. Включили АБ, выдали дронов на дроновода, топим за якорем. Включили АБ МВД, выдали дронов на дроновода, апрочь за якорем. Виндики, работаем по мелочи. Виндики, работаем по мелочи. Включили АБ МВД, топим за якорем или квилку. Не стоим, топим, летим. Шустрее. Кронорти на вилке. Догони. Вообще шикарно на АБ летать. Больше 50% стремительно. Смит агра ушла. У нас ДД-1 куда-то пропал. Ну, он в курилку ушел. Флот стянулись на труля.
Медрик, вот залет. И зачем так разгонять? Перед вилкой можешь сразу заранее скорость сбрасывать. Нет, ты на полной скорости улетел в поле. А потом начинаются проблемы с капой и все остальное. Мерник Марникус. Вот, стянулись на труля или к вилке. Стянулись на вилку, собрали дрон. Логисты проверяй. Логисты в гриде вилки глаз. Слизерин, ты не в гриде вилки. Слизерин, АБ включи, ДТП до вилки, тебя ждем. Че он, Орти, прием, ты на виннике? Так точно. Так я уже был ДДД-4. А, пардон. Но, честно говоря, на меня вроде бы никто не отдавал дрона. Ну все, будешь дроноводом. Четвертый склад. Слизерин, автобернер у тебя зафичен? Печаль, беда, Слизерин. САУ, встань в кап пару с репраймом, репрайм САУ, друг другу по одной кап цепочке с Лизерин, догоняй флот. Флот разгон. Флот, заходим. Включили оба МВД, выдали дронов на дроновода, топинг. Включили оба МВД, выдали дронов на дроновода, топинг пил. Новичкам простительно, кто не знает, куда летать, но учитесь, тут есть вилки, все остальное. Смотрите, где они находятся, понимаете, и так далее. Слизерин, ты на месте, еще одна вилка впереди. Там еще одна. Короче, еще летит километров 140. Так что топи, друг, топи. Да, добиваем Астингли, потом по породникам. Но он хоть что-нибудь получит? Ответим, будет топить долго. Да, получит. Если даже в первом кармане ловить, не то уже получит. Хап на вилке, можно заходить? Да, заходи.
флот собрали дронов, скинули стрелки. Собрали дронов, скинули стрелки. Логист, глаз. Кто в гриде вилки? Логисты готовы. Вот разгон. Вот заходим. Я уж хотел опять танкануть. Танкуй, чё. Вот заходим. Слизерин, ты можешь успеть слетать на станку и АБХу зафитить, зайти в первый карман? Смит Фуладра. Снайпера напоминаю, так, Джейни, бьем, это триггер. Флот выдали дронов на дроновода, а прочь за якорем, включили МВД 20. Тебе на этом сайте виндиком надо подъезжать в респ или сразу топить к станке? Ну, желательно в респ. Ладно, на следующем сайте. Хорошо. Флот стянулись на труля, включили АБ, АБ МВД на пороце. Виндики работаем, поняла? Смит Агра ушла. Вот, вот. Полагав, скорее всего. Две стороны у меня только не висят. Все висят. Че, Инлулю включил? Ага, голову. Да, главный модуль это голова. Линканите в чат. Голову? Да. Попозже найду. Убиваем же. А вот да, вот и голова. Здесь триггер любой астингер. Да, последний. Сэр, не переживай, если я вижу, что вы меня не качаете, я обязательно на разговор квест. Дети раскидали сетки по стене. Вован, не боись, меня ни разу даже до армора не опускают. На итоге. Какие твои годы, друг? Ну, я боюсь, я буду рвать и метать всех подряд. Если вы, не дай бог, упустите своего хлыка. Если, не дай бог, опустим, да. Коровка котеш. Нет, я выкачу свой дред с капитал пушками в 5, дред в 5, а сич модуль в 5. Буду убивать.
И суицид. А, это стар, я попрошу логопеда, чтобы он тебе сеточки сказал. Ты что, хочешь наглю? Ну, наглю не вкачан, а Морос вкачан. На вилки заходить можно? Да, заходи. А, не поверите, один Локи делает вообще сюрприз. Сау, Слизерин в гриде. Так, кто стреляет по Джею, тот Люки, наркоману Слоупок. Если я сейчас еще успею найти, кто это... Надо молчать. Я по следам, так сказать, по траектории и все такое. Виндики разбираем мелочь. Прайм рейса Стингер. Убиваем Джей. Ну это да, здесь такой вопрос. Чек-чек, Primary Arnon. Primary Arnon, потом оттуда. Капа, ложь в реку, срочно. Пошла, спасибо. Добиваем оттуда, потом по цифру. Нет, проще всего вычислить лазерщиков. Это да, лазер и палево. Вообще-то проще всего дроноводов вычислить. Арта тоже палится. Дроновода добивать меня. И начинаем топить на прималок станки. Добейте последнего шмеля. Он в рейнже. Фалькон, ради бога. Вообще лучше взять не Виндик. Смотри, я пока тебя беру, потом перестану брать. Фулл ДПС танк. И сеткульте, и сеткульте. Сабля ФК пару минут. Зарядили самые дымажные пульки, отправили, вытащили самых больших тяжелых дронов, отправили на станку, пилим станку. Желающий покурить, можете смело покурить. Больше рез покурить. Труля, ты взял Ратла во флот? Я тебе, да. Я тебе точно наплюю в карму. У меня Рох во флоте. Что плохого Ратла? Он меня на Ратле не берет. На сороковке я беру всех. На двадцатки, десятки, ротлы и всякие там нестандарты идут лесом. Сейчас я канал раскачаю на сороковке, чтобы народу было побольше. Будешь водить. Ну, минимум, да. Сейчас пригоню ротл. Чё-то какая-то невыгодная. Или здесь больше дают денежку за станку? Деван тут пытался раскачать. Он стал принцессой. А,
где там, я уже не первый раз не скачиваю канал на 40-ке, так что это проходило на мере нас. Ребят, насчет сетковать станку, это не шутка, серьезно, если сеткуете. Роли фокали, ну должен уходить. Можно вопрос? Интимного свойства? Ну я так понимаю, что у логистов СС не растет. А если выпускать дронов и отдавать их в ассист? Ну, тогда будет. Равно, что так не растет. Ты можешь там 4 логистических, 1 лайтового выпускать, если прям тебе очень нужно, слышишь? У меня минусовое хочется поднять. Ну, выпускай 1 легкого дрона. Ну, а разве на вторжениях растет СС? Вообще, по большому счету, логистам тут и лучше всего брать боевые дроны. От шилдовых дронов пользы тут никакой, потому что вы, скорее всего, их даже не выпускаете и не пользуетесь ими. Ну здесь-то у них то шилдовые, то арморные. Можно иметь карго, но не выпускать. А вообще, одеваешь смарту и выгибаешь. Своих как получится, это скилл, скилл. Смарта в хайсеке включается? Да да, с красной кнопочкой так все включается. Кураж, а что-то ты куда-то улетел. Кураж, да, что-то улетел я куда-то. Собрали дронов разгон по вратам. Собрали дронов разгон по вратам. Вот кому попались, господа. Да нет, или столько же. 31. За все сайты дают одинаково. Да не, просто здесь он получается невыгодный за счет этой станки, потому что станку нужно дольше бить. Мы, по-моему, почти станку били столько же времени, сколько... Я не спорю, но других сайтов тупо не было, поэтому... Не, это я понимаю, просто я в принципе говорю. Я логисты так... глаз. Логисты глаз. Патроны перезаряжаем. А логисты готовы? Запас прием снайпера ДПС есть? Александр Рыльцев, ДПС, Виндик. Переходил снова.
Так, это Корош, я что-то не долетел в арпе. Мирник также. Вот разгон. Вот, заходим. Флот заходим. Логисты установили старую цепочку. Опрочь за якорем, выдали дронов на дроновода, включили АБМВ. Прочь за якорем, включили АБМВД, выдали дронов на дроновода. Курош, на вилке заходить можно? Да, заходи. Прошу добро нам помочь. Заходи. Александр, лицо на первой вилке. Ульфу, Лагра. Прошу. Все, кто на вилке, заходите. Вообще у нас одна вилка. Труль, в чатике дай ответ. Еще раз. В чатике ответ дай. По поводу ротлёв? Ну да, немного пару идей есть с тобой, чисто поговорить, обсудить. Сжечь, одно слово. Предать огню. Больше разговаривать не о чем. Только поговорить, если как сжигать. Ну, я не знаю, с керосином, бензином, напалмом, спиртом, я не знаю, какую-нибудь атомную бомбу. Не трогайте ратлы, они хорошие. Ну, хорошо срезает мелочь, кстати. Хорошо горят. Чек, давайте проверим, что лучше срезает мелочь, виндик или ратл? Ратл. Виндик сам по себе срезает мелочь, без всяких дронов. Так, у ратла дроны основное оружие, дорогой мой. Малакл с одного единственного дрона сегодня спокойно ваншотил даже Таму. На десятках. Скажите спасибо, что вам Гека дали. Товарищи, давайте закроем на эту тему. Ратлы, отстой. Все на этом. Ну их с сайта надо выпиливать. С этим не согласят те, кто слили мне ратла в нулях. Флот стянулись на руля. Снайпера стянулись на руля. Спилить в нулях можно все что угодно, даже ну пшипу шаттл. Им все вкусно. Но в плане эффективности раттл отстой. Те, что на сайте вообще ужасно. Их либо выпилить с сайта, надо не полностью закрепить на этой теме. Я центрей потестил, они не попадают нормально. В центре из домика нормально попадает. Из домиков, да, слабов нет. Я просто про то, что их либо переделать надо, либо как-то менять. Фортуна так аккуратненько пристроился сзади. А как просили. Я прикрываю твою спину.
Будем надеяться, что прикрывается. Скажем так, прикрывает тылы. Дроновода работаем по мёрку. Селом фулл агро. Дроновода сокращение в час войдет. Дроноводы, свои сокращения в чате. Запасе ДПС снайпера есть. И поехали на один цикл вперед. Фулы по Сатуне. Снайпера по своим, ДПС по своим. Lightwings просится. Lightwings пока будет. Набираем, отбиваем антенную, потом повелаем. ДПС убиваем интаки, потом по стинглям. Линдики ловим свободными стенками с стингли.
Сначала развиваем Юлай, потом по Интаке. Добиваем Юлая, потом по Интаке. Что? Фух. Поехали по стене. Собрали дронов, разгон попытка. Собрали дронов, разгон попытка. Складком оборвали свои сходы. Евген, принято. Логисты, внимание, Геттон, работаешь со Слизерин, друг другу по две коплейки. Сау, работаешь с Репраймом, друг другу по одной. Принято. Логисты, глаз. Логисты готовы. Запас, прием. ДПС на пирое.